Глава 15 книги пророка Исаии. Пророчество о Мааве. Так, ночью будет разорен Ар-Моав и уничтожен. Так, ночью будет разорен Кир-Моав и уничтожен. Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать. Моав рыдает над Нево и Медевою. У всех их острижены головы, у всех обриты бороды. На улицах его припоясываются вретищем, на кровлях его и площадях его все рыдают, все утопает в слезах. И вопит Есивон и Елиала, голос их слышится до самой Яатцы, за ними и воины Моава рыдают, душа его возмущена в нем. Рыдает сердце мое о Моаве, бегут из него к Сигору до третьей Эглы, восходят на Лухит с плачем, по дороге Хоронаимской поднимают страшный крик, потому что воды Немрима иссякли, луга и засохли, трава выгорела, не стало зелени, поэтому они остатки стяжания, и что сбережено, ими переносят за реку Аравийскую. Ибо вопль по всем пределам Моава, до Еглаима плач его, и до Биер-Елима плач его, потому что воды Димона наполнились кровью, и я наведу на Димон еще новое, львов на убежавших из Моава и на оставшихся в стране.